Сегодня 6 строителей с моего дискорд сервера будут строить мини-игры из 10, 100 и 1000 блоков. Но перед тем, как мы начнем, давайте взорвем кнопку подписаться, потому что до 100 тысяч осталось совсем немножко. А для каждого участника подготовил свой квадратик, в которых они будут строить мини-игры из 10 блоков. Давайте не будем тянуть, начинайте строить! Прошли 10 минут, и мини-игры из 10 блоков должны быть готовы. Сейчас мы будем их смотреть и оценивать. Давайте начнем с первой коробочки, в которой у нас находится мини-игра паштета. Что это такое? Это нужно расстреливать. Вот квадратики из пушки. Они что, такие злые, что их даже расстреливать надо? Да. Понятно, давай-ка попробуем. Воу, у тебя есть пушка, которая поворачивается. Ты можешь еще стрелять. Это же вообще очень мощно. Все это только из 10 блоков. Что же будет, когда будет 1000 блоков, интересно? Так, о, я сбил, видели? Прикольно. Так, давайте-ка я сейчас еще... Нет, он сбил я сам. А вот, еще она уничтожена. Как будто я на танке гоняю и уничтожаю всех бедных кубиков. Кто хочет попробовать? Последний кубик остался. Ой, его спас кубик. Все вообще попали, кого-то здесь проиграть невозможно. Ну ладно. Давайте сейчас все вот здесь сядем за стол заседания и будем оценивать. 10, 10, 9, 7, 9. Паштет получает 52 очка и еще 9 десятых в подарок. Это круто, спасибо. Теперь мы отправляемся в следующую синюю коробочку, в которую нас построил постройку Гайи. 100% это паркур. Давайте попробуем его пройти. А как сюда залезть-то? Так давайте я на кого-нибудь запрыгну и оттуда. О. Ой, а? Нет! О, нормально. Ура, мы прошли этот паркур. Поэтому давайте сейчас будем оценивать. 8. Ну что это за числа такие? 8. 5. И Йолос 0. 10, 10. А я 6. Ты получаешь 44 очка и еще 3 десятых подарок. Ура! Это у нас красный кубик, в котором у нас строил мини-игру Сондер. Оу, это похоже на что-то крутое, потому что тут все двигается. Кубики. Они выбрасывают нас. Это злые кубики. Хоп, ура, мы прошли. Это очень интересно было, потому что тут двигаются блоки. Давайте скорее его оценим. 10, 9, 6, 8, 10, 10. Ты получаешь 53 очка. Стоп, 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 стоп. Паштет у нас набрал 52,9 очка. А ты набрал 53 очка. На одну десятую обогнал. Ну, блин. Следующий квадратик у нас розового цвета, в котором постройку у нас построил Йолос. Вроде бы похоже на футбол. Это у нас ворота, ворота, трава. И вот такое крутое место для меня, наверное. Мяч на арену, давайте сыграем в футбол. Почему здесь так много мячей? Надо забить в гол. Этому Йолосу. Ой, я куда-то не туда забил. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нет, футбол забили. Из эго замочи. Ну, это крутой футбол, мне очень понравился. Давайте его оценим. 6, 7. Он сам себе один поставил. 8. 9. 10. А кто не оценивал? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, я же не оценивал, точно. 10. Ты получаешь 51 очко. Это мини-игра от Mi Orange. Что это такое? Мини-игра называется «Стол жизни». Пока музыка играет, нужно бегать по кругу. Когда музыка перестанет играть, нужно сесть на стул. И кто не сел, тот выбыл из игры. Начинаем игру. Ура, мы такие радостные. Музыка играет, мы живые. Когда музыка перестала играть, садитесь. Яйцо, садись. О, яйцо выбывает. Пока. Музыка играет, бегаем, бегаем, ура. Йолос не успел сесть на стульчик. Куда он улетел? Я не знаю, куда он улетел, но его больше нет. Бегаю. Только перестал играть. Я сел. Он, да нет. Нет, без музыки не работает. Паштет выбывает. Игра кончилась.
Мы выжили втроем. 9. 6, 5, 4. Почему 4? Потому что мы проиграли, так я тебе ставить. Плюс 6. И получаешь 39,5 очков. Сейчас мы пришли к фау-порталу. И это последняя мини-игра из 10 блоков. Что надо делать? Надо понять, как открыть двери. Нажать им на эту кнопку, наверное. Что-то неправильно, кнопка сломана. Так. О. Все, дверь выломана. 30 очков получает эта мини-игра. Это были все мини-игры из 10 блоков, и сейчас вы будете строить мини-игры из 100 блоков. Я включаю таймер на 20 минут, и вы можете начинать строить мини-игры из 100 блоков. Время вышло, давайте смотреть ваши постройки, да. Первая мини-игра из 100 блоков, которую у нас построил фау-портал. Привет. Привет. Что это такое вообще? Стрельба по мишеням. Паштета была стрельба по мишеням из 10 блоков. Алло, у тебя из 100 блоков. Ну, давай попробуем. Я слежу. О, здорово. Первое ты нажал, вторую тоже. Там другие вылезают. Все. Ты нажал все и получаешь игрушку. Вон она, укатилась. Почему укатилась? Теперь она на полу лежала. Все, я не хочу такую. Давай новую. Ура, 4 зэга мои. Сейчас я их забираю. Так, давайте оценим. 9. Ну что, паштет, тебе понравилось? Да. 7. Тоже 7. 7? Почему? Да, 8. И ты получаешь 48,5 очков. Сейчас мы будем смотреть вторую постройку из 100 блоков, которую у нас построил Mi Orange. Так, что это такое? Это рулетка, вырубай. Я выбираю зеленый, потому что зеленая это трава, а трава живет. Крутится стрелочка и... Вот. Сейчас все время игры на выбывание. Ой. Ай. Она останавливается. И Mi Orange остался в живых. Ты самый везучий. Давайте оценивать. Я поставлю этой креативной игре целых 10 баллов. 8. 7. 9. Ты получаешь 46 очков. Это крестики-нолики, которые построил Йоос. Йоос победил. Давайте оценивать. 10. Ты получаешь 53,5 очка. Крестики-нолики пока что лидируют. Что это такое? Это же гематрицидеж. Пил. И когда этот уровень кончится? Никогда он бесконечен. Ага, понятно. У меня столько времени нету. Это очень прикольно, поэтому я поставлю 10. 58 очков. Что же это такое ты построил? Сондер. Внешний вид что-то такой себе. Наверное, надо зайти внутрь. Оу, что это? Так, проходим сверху. Тут, кажется, у нас вентилятор какой-то. Ну ладно. Оу, такая тонкая палка. Если я упаду, то это будет плохо. Ага, понятно. Так, теперь идем сюда. Идея, что-то крутится. Надо осторожно. Ой. Ой. Ура! Нет, нет. Это очень прикольно, как по мне. Я ставлю 10. Сондер получает 54,5 очков. Давайте пойдемте тазик. А, похоже на паркур. Запрыгнем сюда, сюда, сюда. Кубок, на котором написано ничего нет. Это просто паркур. Как по мне, да. Давайте оценим. Ты получаешь 33 очка. Это были все мини-игры из 100 блоков. И сейчас финальный раунд, в котором вы будете строить мини-игры из 1000 блоков. На их постройку я вам дам 30 минут. Время пошло. Я снимаю таймлапс, а меня утащил орбит. Ах ты, орбит плохой. Верни ухо на место. Верни меня на место, я таймлапс снимаю. Ладно, я дальше снимать таймлапс.
Короче, 30 минут прошли, и вот мини-игры из 1000 блоков. Первая мини-игра, которую мы посмотрим, будет Пау Портала. Ой, я знаю, это из Epic Games игра. О, да ну, только сейчас узнал. Сочистя лава. Ой. Ура, лава светится, за это можно поставить сразу 10 из 10, но мы идем наверх. Вот. Так, я стану кубики рядом будут... с радостным, потому что он радостный, и вот этот злой, мне кажется, у нас убьет. Кубики будут двигаться, и они вас будут сталкивать. Если вы пойдете в лаву, вы проиграли. Да, меня не убивай самым первым. Опа. Теперь нас разделили пополам. Орбит, куда? Короче, орбит, нам конец. Я проиграл. Ура, я выиграл. Теперь давайте я вас буду этот мучить, короче. 3, 2, 1, 0, все, вот так. Боже, у меня решил убить. Нет! Выживем тогда. Не надо, я жить хочу. Я выжил, я победил. Нет, кубики падают. Нет, он на меня упал злой. Вот. Давайте оценивать. Паштет, паштет, ты решаешь его судьбу, давай. А я эту игру знаю. 10 ставь. Сейчас я подумал, 10 секунд. Ставь 10, и мы тебя зажарим. На хлебушку. Вот, смотри, за эту штуку залезть можно. Там злодеи поставили все по 7, поэтому если ты не поставишь 10, то он будет плакать. 7,5. 51,5 очков. Нормально оцениваю. Вы плохо все оцениваете, получается. Ага, значит, мы все виноваты, кроме паштета. Логика паштета. Ми Оранж. Что это такое? Это игра про меня! Оп, в тележке! Как рулить? Я ставлю 10, потому что это игра про меня. 6. Давайте все 10 ставить, чтобы он занял первое место. 10, 10, ребята. Как они снимут ставить? Он получает 52 очка и обгоняет на пол очка вон ту соседнюю постройку фау-портала. Мы оказались в постройке паштета, в которой здесь у нас какие-то разноцветные блоки и белые стены. Но для чего все это нужно, я не знаю. Что делать? Я встаю на желтый блок, потому что я думаю, что он принесет удачу. Я называю цвет. И вы все должны успеть до него добежать за две терапии. Фиолетовый. Сюда. Ура. Зеленый. Все выжили. Зеленый. Никто не хочет проигрывать. Красный. Какая я на красном? Так, голубой. Голубой. Синий. Жиза. Зеленый. Оранжевый. Где оранжевый? Ууу, Сондер выбыл. Нас осталось только... Зеленый. Ух, молодец, ух. Орбит, тебе хана. Чё? Да нет. Я не знаю, кто первее упал, так что мы оба... Вы хотите второй раунд? Синий. Голубой. Нет, Тазик. Остался Сондер, я и Орбит. А стоп, как он вернулся? Красный! А, все, он опять проиграл. Орбит выбыл! А Сондер, мы с тобой красный, остались. Оранжевый. Yes. Готовы? Да. Да. Оранжевый. Красный. Фиолетовый. Интересно. Голубой. Паштет, как ты выжил? Желтый. Ой, оранжевый. Ой, желтый, ой, оранжевый. Фиолетовый. Минус Сондер. Нет, Сондер. Красный. Привет, я тебя сейчас скину. Нет, я проиграл. Эта игра прям очень классная, она заслуживает 10 из 10. Ты получаешь 58 очков и пока что занимаешь первое место опять. Ой-ой-ой. Это постройка Сондера. Короче, смотри, все будут тут стоять, бежать, а ты будешь стоять вот тут на кнопочке тыкать. Понял? Почему я на кнопочке тыкаю? Ну ладно, хочешь, беги. 3, 2... Один. Погнали. Ай. Нет! Давайте теперь я попробую. Побежали. Жим! Паркур. Не прощай. Что? Ух, нажми еще раз на вот эту кнопку все вот это. Заскамил вау портала. Ты что сделал, Аликуль? Ахаха, косану. Сондер получает 57,5 очков. Крутой, короче. Я испортил жизнь Сондеру. Это были все постройки из 10, 100 и 1000 блоков. И на этом это видео будет заканчиваться. Вот прошлая часть этой рубрики. На с вами был Ugames. Всем пока. Помогите мне, меня убить хотят.